В Жесказгане женщина печатала деньги на цветном принтере. 7 ноября при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Финпола выявлен факт сбыта 36-летней Айсулу Кариевой фальшивой 10-тысячной купюры консультанту косметической компании. Фальшивкой женщина пыталась расплатиться за продукцию данной фирмы. При задержании у Кариевой были изъяты денежные средства на сумму 43 тысячи тенге, которые, согласно результатам судебно-технической экспертизы, также являлись поддельными. Как оказалось, женщина подделывала купюры с помощью цветного принтера и обычного лака для ногтей. Между тем, следствием установлено, что Кариева в период с 2011 по 2012 годы изготавливала и неоднократно реализовывала поддельные денежные банкноты номиналом 10 тысяч тенге в торговых точках городов Сатпаев и Жесказган. В настоящее время проверяется причастность Киреевой к подделке других банкнот по другим уголовным делам. 10 ноября текущего года в отношении последней возбуждено уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». В отношении Киреевой избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении с учетом наличия на иждивении трех несовершеннолетних детей.